Добрый день, с вами снова Саймон Нейл, и мы пытаемся сломить сопротивление северян в битве под Шайло. И наша задача занять две ключевых позиции впереди, что мы попытаемся сейчас с вами сделать. Так, батарею ближе парня Андерсона. Кстати, у него это уже бригада, это неплохо организация, много людей. Бригада Андерсона, Гибсона, Понда. Так, то есть у нас тут три бригады и, собственно, команда с четырем корпусом. Так. Конница Дженкинса. Так, Чалмерс. Так, как построим атаку? Постараемся использовать леса и выбить его оттуда. Затем уже действовать во фланг противнику здесь. То есть не раздергивать силы. То есть внешне-то вроде у меня много людей, но хрен знает, как это все скажется там, на поле боя. Так, парни Понда сюда. Бригада сюда. Так, ты у нас фланговая бригада, прикрываешь нас. Парни Джексона из второй дивизии идут вот в этом направлении. Свежая батарея подошла севернее, перебрасываем. Командование дальше отправляем. Так, пока у нас там идет бой, весьма успешный для нас, это хорошо. Противник сдал свое укрепление. Так, он нас вроде как заметил. В всяком случае, его батареи тут же оживились немножко. Дженкинсон на фланг. Так, если сможем, сразу же перейдем туда в наступление. Конечно, мне очень не нравится, что будет возможна заминка. А шансы этой заминки достаточно высокие. Все, парни, давайте живее. Так, у него вот куча просто застрельщиков по лесу. А вот этим застрельщикам конкретно уже не жить. Давайте, парни, севернее действуем. Энергичнее, Эймс. Вперед. Задача сбить его подразделение здесь. У него как минимум полк и бригада, плюс батареи в большом количестве. Вот, на них концентрируйтесь, парни. Хотите вести огонь? Ведите, но ведите его грамотно. Так, конец Дженкинса прокинули. Резервы севернее отправляем. Так, все, Миллера надо снять. Батарея вражеская пострадала. Но не критично. Вот теперь критично. Так, Гибсон идет наступление. Андерсон действует во фланг противнику. Так, хорошо, резервные части подошли поддержать атаку. Атакуем второй объект. Пока ресурсов на это хватает, надо атаковать как можно больше вражеских объектов. Так, Дженкин отступает. Противника тут на фланге масса людей, войск. Так. Одну вражескую бригаду смяли. Действуем севернее, решительнее. Так, резервные части на фланг. Тремя, точнее двумя бригадами начнем наступление здесь. И тремя бригадами мы действуем в этом направлении, имея задачу выйти врагу во фланг хотя бы в одном из направлений. Так, одну из позиций мы практически взяли. Так, что мы видим? Парни Албана тут несут потери некоторые. В принципе, они действуют так, как действовали люди Гранта и его друга Дона Карлоса. Это связано
с восприятием той эпохи. Так, все, вперед, парни, вперед. Перестроились. Так, оффлан действия, неприятель здесь. Так, двумя бригадами ведем наступление. Так, хорошо. Здесь мы позицию взяли. Понт на север. Андерсон перегруппироваться. Здесь мы удерживаем позицию хорошо и надежно. Так, командный корпус сюда, батарея. Так, ладно. Враг себя не очень комфортно почувствовал внезапно, видимо, пули оказывают на него дурное воздействие. А, нет, он в контратаку перешел, гаденыш. Получил залп, потерял 33 чек, но продолжает приближаться ко мне. Это нифига не здорово. Перезаряжай, дай залп убор, пока он на ровной местности идет. Зря он остановился, враг, конечно. Могут преодолеть это расстояние, под шумок, что называется. Так, Мартин. Действуем против врага здесь. Вот это подразделение севернее, резервный корпус. Батареи все, что есть, севернее отправляем. Так, задача перехватить неприятеля. Уничтожить его батареи, вперед. Батареи наши должны прикрывать наступление очень активно. Да. Парни. Так. Все, что ли? О, господи, как это будет тяжко сейчас. Так. Сопротивление сильнее, чем ожидалось. Так, их войска подготовились к контратаке. Мы должны удержать церковь Шайло. Так. То есть мы снова здесь, да? Удерживаем церковь Шайло. Я понимаю, у нас сегодня будет много веселья с этим. Так, парни Престона. Мур. Так, врага мы отбросили. Переправиться кемпером приказ просто срочно это надо сделать. Так, снабжение сюда. Резервов нет. Где там мой командующий? Где мой командующий? Не вижу тебя. Так, вот, собственно, мой командующий. Потеря наш тут. Так, вражеский... Да стоять, дебил! Куда? Куда вот решили вообще прогуляться, мне непонятно. Дебильная привычка. Компьютера иногда. Так, Пибоди получает залп. Так. Задача удержать церковь 50 минут. Так, Макдауэлл опрокинул моих людей. Перри отступает. Батарея Кэбова севернее переправить. Так, Макдауэлл на фланге у нас висит. Что удивительно нехорошо, я бы сказал. Так, противник отступает в этом направлении. Так, замечательно. Свежую батарею сюда надо поставить. Так, вижу, пополнение к неприятелю идут. Он решает пойти в ближний бой. Под огнем двух моих полков. В принципе, у него это даже может удастся сейчас. Рауф, Зигфрид, блядь. Простите, зрители. Так, хороший залп, упор.
А, прокинули противника. Хотя позицию он считает, что взял. Так. Так, хорошо, она считается ничейной. Даже по большому счету нашей. Пибоди перегруппировывается в ближний бой. Замечательно. Так, на правом фланге дерьмовая ситуация. Кентер у нас под ударом оказался. Там могут снять Перри. Сюда срочно. Пибоди куда-то пытается прорваться. Черт знает куда. Так, Ралф его отбрасывает. Стоп, нашел применение нашей конницы. Чаржуем их. Кемпер свою работу выполнил. Так, теперь сейчас сделает все как надо. Он может это сделать. Кемпер. Противник на фланге. Задача уничтожить один из федеральных пауков. Мы дали по нему залп, пока он тут в себя не пришел. И начинаю методично рубить саблями. Да здравствуй, старые добрые атаки, а-ля наполеоновские войны. Позиции мы держим. Кемпер стоит насмерть. Так, батарея Кэббелла собирает свою дань с противника. Престон, Макдауэлл. Пушки Мура работают активно. Кемпер молодец. Так, что, нарубали их? Нет. Перри, давай, 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 покончи с ними. Целый федеральный полк, надо уничтожить его. Сколько людей тут потеряли федералы в этом бою. Так, с этим полком покончено, но Перри уже не особо дееспособен теперь. Так, Макдауэлл с потерям. Кэббелл, Мур, другие господа тут. По полной программе решает повеселиться. Так. Лиди. Севернее перегруппироваться. Парни Хейра под огнем. Кемпер хоть держит. Так, Макдауэлл не выдержал натиска. Кстати, тут бывший командующий. Очевидно. Федеральной армией. Ирвин Макдауэлл. С нами под Ураном командовал всей их армией. Так, Кемпер. Противник идеально повернулся флангом. Дай залп. Хейра надо завалить здесь просто. Лиди, куда отходишь? Эй! Дебильный подвоз. Чё, решил войну в одиночку, что ли, выиграть? Да-да-да, я вижу. Скоро мы без опасов останемся с таким подходом к делу. Командующий армией жив, но потери мы несем еще. Будь здоров. Так. Хейр. Так. Хорошо. Здесь мы их разрушили. Возвращаемся на нас. О, господи. Так, что будет дальше, вы узнаете уже в следующей серии. Всего хорошего. Пока-пока.